друзьям, вы на канале Планета Арис. Пластилин. Это игрушка от марки Play-Doh. Вот такая вот игрушка. Она называется «Сумасшедший горшочек», если я правильно понимаю, как здесь написано. И мы сейчас откроем и посмотрим. Здесь горшочек должен ловить шарики из пластилина. Сейчас мы откроем, поставим батарейку туда и увидим, да? Давайте открывать. Да. Что тут у нас есть? Это батарейки. Да, вот посмотрите пока инструкцию, как нужно играть. Держи. Вот, у нас получился вот такой вот горшочек волшебный. И вот здесь есть вот такие три базы, которые из них нужно стрелять. Горшочек крутится. Так, по-моему, плохо видно, но здесь солнце, и мне совсем ничего не видно, что мы там снимаем. Но я постараюсь показать. Вот, мы включаем, когда горшочек крутится. И мы должны налепить наши шарики вот здесь вот. И мы должны стрелять их так, чтобы они попадали в горшочек. Вот такая игра. Сейчас мы попробуем. Давай, Жустин, пробуй. Первая. Давай, поехали. Посильнее. Слишком тяжелый шарик. Нужно поменьше делать, полегче. Жустин, у тебя слишком тяжелый, да. Ну, видишь, почти. Почти. Эй, горшочек, не заедай. Давай, Алис, давай. Стреляй. Ой! Ура! Попала? Да. Молодец, да. На, Жустина, потом мы посчитаем, у кого будет больше. Смотри, вот так. Кулачком. Вот так, да. Не полетел. Эмма, у нас с тобой фиолетовые. Хорошо. Алис, смотри, теперь я попробую. Алис. Опа, почти попал, вы видели? Эмма, молодец, ты почти попала. Алис, теперь ты. Клади шарик, небольшой делай шарик. Клади его и стукай хорошенечко по вот этой штуке. Нет, смотри, посильнее нужно. Смотри, как Жюстин делает. Ну-ка, стукай вот так, кулачком. Вот, молодец. Опа, попала? Нет. Нет. Алис, давай теперь ты. Нет, теперь жди, теперь мой ход. Сейчас мы с Эммой. Не получилось у нас, Эмма, ладно. Фигало. Теперь ты, да, давай, давай, Алис. Не совсем, я тебе сейчас помогу. Давай. Ну, почти. Теперь подожди, теперь Эмма ходит. Нет, Эмма промахнулась. Теперь я. Нет, теперь Алис. Не долетела чуть-чуть. Теперь Эмма, стоп. Эмма, давай. Сейчас он к нам подъедет, горшочек. Нет, намазали. Мама, сейчас ты... Самолет. Мама, самолет. Мама. Да, моя зайка? Самолет летит. Мне кажется, что я слишком сильный. Смотри, нужно не очень сильно. Ах ты, хитрулька! Нет, я не попала. А я да. Смотри, Жюстин попала. Ну-ка, Алис, давай попробуй ты еще. Нет, 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 хитрулька, не так. Нужно по-честному. Теперь Эмма, смотрите. Теперь Эмма сделать. Эх, давай, Эмма, Эмма, совсем... Эмма. Опять теперь ты промазала, Эмма. Давай, Алис, теперь ты. Мама! Это очень маленький, он не полетит такой. А я почти попала. А ты почти попала, но не совсем. Теперь Эмма. О, Эмма, тебя молодец, я... Эмма попала один раз. Алис, смотри, как здорово. Давай, я попробуй ты теперь. Я почти попала. Эмма давай попала. Давай горшочек. Давай горшочек. Давай. Не попала? Нет. Опа, Эмма попала еще раз. Алис, давай. Ой. Смотрите. Я попала. Молодец. Так, Алис, у тебя, Алис, у тебя шарики зеленые. Не попала? Попала. Сиделя, попала. Молодец. Попала. Хорошо. Попала? Попала. Молодец. Попала. О, и я попала. Давайте-ка. Дальше. Да, сейчас. Попала? Попала.
попала! Молодец! Вот это да! Ничего себе! Алиса уже попала 4 раза! Не, не 4! Посмотри, 2. Там 4 шарика зеленых! Да. Там 4 зеленых шарика! А да! Ну что, давайте по последнему шарику подведем итоги, а потом дальше еще будем. Посчитаем. Давай, Жюстин. Эмма, давай. Эх, Эмма, Мазила. Давай, Алис. Зелененький, давай. Попала, Жюстин? Ого, ты куда? Ты прям в коробку забросила, смотри как. Ты забросила прямо в коробку с плейдой, ничего себе. Ну что, давайте посчитаем, у кого сколько шариков. Ой, почти, но только крышка была. Жюстин, ты почти попала, смотри. Подожди. Ты за Эмму бросаешь? Ладно, давайте посчитаем, кто выиграл. Это я. Это ты, мы сейчас посчитаем. Мы считаем, кто победил. Зеленых шариков у нас раз, два, три, четыре. Алис, бабочка, смотри, вон. Ну, куда побежала, Алис? Пошла ее ловить. Все, ты ее не поймаешь. Алис, иди сюда. Садись. Алис, лови, у тебя 4 шарика. Алис, у тебя 4 шарика, ты победила. Та-дам. Молодец, поздравляем. Красные шарики у Жюстин. У Жюстин 1, 2, 3 шарика попало, Жюстин. Жюстин, у тебя 2-е место. И у Эммы. У мамы и у Эммы. У мамы и у Эммы тоже 3 шарика. И мы делим с Эммой и с Жюстин 2-е место тоже. Та-дам! Вот такая вот веселенькая игра с горшочком. Давайте скажем всем пока. Всем пока. Ладно, всем пока. Всем пока.